Доходы консолидированного бюджета составили в прошлом году 2 миллиарда 337 миллионов рублей. Это 68% от плана. Израсходовано государством 3 миллиарда 992 миллиона рублей. Это составило 84% от утвержденной Верховным Советом суммы. Расходы превысили доходы почти в два раза. Причина значительной разницы – невыполнение плана по пополнению республиканского бюджета. По данным Минфина, выполнили его только на 58,4%. Но и при таких не самых позитивных цифрах в 2016-м в казну поступило на 40 миллионов больше, чем в предыдущем. Наибольший удельный вес в расходах республиканского бюджета 18,5% занимает здравоохранение. Правоохранительная деятельность 14,8%, социальная политика 14%. Из республиканского бюджета на образование потратили почти 10% от общей суммы расходов, на оборону – около 6%. Ирина Малаканова подчеркивает, несмотря на сложности, бюджетная политика Приднестровья оставалась социально направленной. В процентном соотношении на социально защищенные статьи пришлось более 82% всех расходов. Республиканский бюджет на 2016 год изначально оказался дефицитным. На покрытие разницы между доходами и расходами привлекли 1 миллиард 219 миллионов рублей. 282 миллиона из них предоставил холдинг «Шериф» в качестве целевого займа на погашение задолженности по заработным платам бюджетников. От реалий прошлого года Ирина Малаканова перешла к делам насущным. Сейчас Приднестровье живет без утвержденного на этот год бюджета. Так как не ожидается принятия бюджета до 1 апреля на 2017 год, и в первом квартале в соответствии с законом о бюджетной системе, если бюджет на предстоящий год не принят, то расходы производятся в размере 1/12 от расходов 2016 предыдущего года. Данное постановление о механизме финансирования бюджетных расходов правительство поддержало.